Дорогие друзья, когда зашел в зал и слегка растерялся. Слегка растерялся еще потому, что в зале очень много красивых женщин. И, безусловно, мужчин тоже. И второй бал проводится, губернаторский бал проводится в Пензенской области. Инициатива проведения этого бала принадлежит Екатерине Петровне Банновой. Она вот сегодня здесь присутствует. Сегодня встретился с ней и спросил: Екатерина Петровна, откуда у вас столько энергии? Энергии по жизни, которая сопровождает ее, и инициатив много, не только касается ветеранов, но и, безусловно, молодежи. Спасибо вам еще раз за это. Я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего губернаторского бала. Спасибо вам за то, что вы приехали со всех районов Пензенской области, поддержали эту инициативу. Сейчас у нас весенняя погода, у нас есть возможность перед тем, как собраться с силами, и многие, я знаю, значит, ветераны любят свой дачный участок, хорошо отдохнуть. Бал – это возможность отдать дань уважения нашей истории, потому что действительно, как сегодня сказали уважаемые ведущие, это история государства российского, это балы, которые проводились всегда, и как здорово, что эти балы культивируются на Пензенской земле, и как здорово, что наши ветераны, которые очень много сделали для развития своих городов, районов, населенных пунктов, да, работали на разных должностях, но любили танцы и в своем сердце сохранили до настоящего времени. И эту любовь передали нашей молодежи. И в Пензенской области, действительно, в городах и районах созданы хорошие условия для того, чтобы наша молодежь занималась танцами, занималась спортом, занималась в различных кружках по интересам. И мы видим вот нашу красивую молодежь, вот, девочки, мальчишки, которые прекрасно смотрятся, это просто наша красота. А занятия танцами – это красота, это уверенность в себе. И для нашей молодежи это очень и очень важно. Я рад, что я вместе с вами. Я поздравляю вас с тем, что мы вместе с вами сегодня собрались. Это и общение, и здоровый образ жизни, и многое-многое другое. С праздником вас! Спасибо вам большое. Будем каждый год собираться на бал, собираться вместе, и будем продвигать танцы, проводить балы не только в областном центре, но и в районах Пензенской области. Спасибо вам за то, что вы здесь.